Я Давид Красильников, и мне 12 лет. И вот пару дней назад я был в Абхазии. И очень удивился. За 3 дня я встретил один светофор. Один светофор на весь город. Но это еще не все. Мы спускались в Новоафонскую пещеру. Когда смотришь в эту пустоту, сердце прям сжимает, и очень страшно. Но как мы могли побывать на Черном море, не попробовать черноморской барабульки? Я давно ее не ел, и когда я ее откусил, это было божественно. Я давно не ел. Я давно не ел такого вкусного. Просто не описать словами. Еще мы поднимались на Накопийскую крепость. Погода была не айс. Дождь, слякость, еще каменистая дорога 16-19 века. Но мы шли, шли и дошли до вершины. И там вышло солнце. И прекрасный вид на весь Новый Афон. Я покорила эту вершину. И следующая моя вершина — роль в большом кино.